выбор вам сделать. Если вы стоите сейчас перед выбором, загадайте первый вариант, второй вариант. И будем смотреть, что будет, если будет, если вы загадали первый вариант, ваша ситуация, что будет. Это приведет к какому-то вашему росту духовности, но именно как-то вот в одиночестве внутри себя вы найдете ответ на этот вопрос. Именно как-то, когда будете думать головой, и немножечко чего-то нужно будет подождать. И какая-то встреча, она переменит все ваше жизни, пазлы как будто сойдутся. И вы выходите в пару. Выбор будет верный, который приведет к настоящей взаимной любви. Или, возможно, если контракт по работе, то заключайте с противоположным полом. Если пришли туда и видите, что начальник мужчина, вы женщина, это удачно. Это удача для вас. Если вы мужчина и женщина, руководитель, это ваша пара. Также касается проектов. Ваш выбор будет верный. Второй вариант. Ну, здесь как бы вот то, чего вы боитесь, это вот как бы кармический, да, это будет безресурсный, но, как кажется, да, потеряете много сил и энергии, но итог будет очень замечательный, это семья, любовь, удача, то есть это процветание, ваше процветание.